Мені казали, це неможливо. Здравствуйте, дорогие зрители! Как же живут пацанки после проекта? Яна Ковальская снималась в «Пацанке. Новая жизнь». На шоу «Кто против блондинок» ее парень сделал ей предложение. Сейчас она успешно вышла замуж, живут они счастливо. Дина НЛО занимается модельной карьерой, также имеет парня. Подробнее о их жизни в моем большом видео «Жизнь пацанок после проекта». Ссылка в описании. Дарья Куровская работает на телевидении. Раньше работала в «Оля Шоу», но оно закрылось. Моя любимая пацанка Марина Быбка. Потому что она с моего же города, с Черкас. Однажды даже я ее видела в магазине и взяла номер телефона и договорилась об интервью. Если вам это интересно, я сниму с ней интервью. Но напишите в комментариях обязательно, нужно ли это вам. Марина Быбка работает продавцом, ее не узнают, и у нее есть парень, который на нее безумно похож. Мария Козл работает, больше времени уделяет сыну, но, к сожалению, не перестала курить. Оксана Абрамова. Замужем, есть сын. Работает, как и раньше, делает татуировки. Юлия Поляшко пришла на проект с целью стать женственнее и получить предложение выйти замуж. Своего она достигла, предложение получила, замуж вышла. Поздравляем. Дариана Семидоцкая. Также снималась в «Пацанке. Новая жизнь». Вместе с Ботаном вела YouTube-блог. Также Дариана снималась в проекте «Меняю жинку», а сейчас продает украшения. Ботан также снималась в проекте «Пацанке. Новая жизнь». И вместе с Дарианой она похудела. Похудела, кстати, и Оксана Абрамова. Я рассказала не о всех пацанках. Напишите в комментариях, кого я пропустила. Если вам интересна их жизнь, я расскажу и о них. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!